Я уже с работы давно приехала, убрала одну квартиру. И сейчас на вторую пришла. Я тут уже давно не была. Так что вот у меня последняя, короче, квартира. И домой, наконец-таки. Устала, пипец, как собака. У меня получается та квартира, на которой я предыдущая была, она прям на танк смотрит. А это прям идет уже во двор. Блин, стоишь и так стремновато как-то. Не, ну конечно, на страховке уже это одно, а без страховки второе. Ой, короче, поубирать это все. Здесь квартира небольшая. Но. Блин, надо пимаксолью пройти. Но надеюсь, я быстро. Все, квартира готова, поэтому можно ехать со спокойной душой. Сейчас у нас без 10:02. Вышла на улицу, у нас такая духота, пипец. Малая пока сидела дома, я только не видела вчера. Или сегодня, по-моему, сегодня. Взяла себе, блин, полчёлки отрезала. Ну, нормально, этот человек, который, бляха, идет в школу. В итоге потом буду подстригать и пытаться ее выровнять, потому что, ну, это пипец вообще какой-то, блин. Половины челки нету. Ну, там половина... Если разделить на половину челку, получается половина одной длины, половина второй длины. Вот, и хочу сегодня пойти ногти некоторые... покрыть снова гель-лаком, потому что у меня от моющего на одной руке вот один слез, и надо остальные там немножко подправить. Поэтому такие вот пироги. Не знаю, что сейчас пойду делать. Наверное, пойду какой-нибудь час посплю. Сегодня, так как я была до 2 часов на работе, Полина не успела на 2 часа с девочкой на день рождения в кинотеатр сходить. Короче, сейчас они там дома так чисто играют. В четверг собираются на привал ехать, поэтому, не знаю, наверное, хотят вот и нашу Полину еще забрать. Вот. Ну, сейчас так чисто, у них день рождения, вот празднуется. То Полина пошла, подарили этой девочке, короче, пластилин, этот воздушный, что я покупала. Вот, и пару, короче, набор положила заколочек для волос, которые я сама делала, вот из этого глиттерного фоамирана. Вы бы видели выражение лица этого ребенка, обалдеть, она так обрадовалась, она просто не ожидала. Я говорю: Соня, у тебя день рождения сегодня? Она говорит: да. Я говорю: поздравляю. Ну вот, принесла подарок, а то Полина побежала. Я говорю: ты сходи к Соне, если ты к ней пойдешь, то пойдешь. Если нет, то просто подарок занесешь. Она уже и забыла, что она туда пошла. Вот, прихожу, они там играют. В итоге сама передала. Вот. Она такая счастливая побежала. Вы бы видели, просто такой восторг. Спасибо, спасибо. По-моему, 8 лет ей. Ну, вот, исполнилось. Ну, не по-моему, скорее всего, потому что она во второй класс пойдет. Вот, поэтому большая уже девочка. Так интересно наблюдать. Такие эмоции прям искренние, обалдеть. Вот так вот. Поэтому поздравили девочку, все нормально. Все хорошо. В магазин я сегодня не ходила. Я не знаю, может быть, Дениса отправлю. Но, конечно, вряд ли. Если согласится, то пойдет. Если нет, то я тогда сама пойду. Вот. Я сижу сейчас на телефоне, звонка жду. Вот. По второй своей сим-карте. Хочу потрындеть немного. И по делу, и без дела. Дома немножко там уже Полина помогла убрать. Ну, как убрать? Она раскидала свои игрушки, поэтому все собрала назад. Сегодня утром сделала рис и зажарила овощной вот этой вот всей смесью. Очень вкусно получается, кстати. Я даже не зажариваю, ну, не делаю зажарку, я просто кидаю вместе с рисом вариться в мультиварку, и в итоге такая вкуснотища получается. Сейчас еще жарила курицу. У нас там осталось 2 кусочка. Придет сейчас Денис, вот, есть это. И чтобы Полина не возникала по поводу того, что у Сони есть пластилин, купила ей тоже, кстати, наборчик. Здесь с вот этими вот ложечками. Короче, такие цвета хорошие, яркие, супер.
Сейчас хочу открыть один, посмотреть, что это такое вообще. Ни разу не покупали даже. Покупали всегда только там разные слаймы и прочее. Я вот сейчас, допустим, не знаю, какой-нибудь там цвет черный. Ну, тут больше не черный, тут серый какой-то такой прям грязный. Ох ты, боже. А какой он приятный, боже. Он такой прям, знаете, как этот... Как каким маслом сделан. Ну, вроде берешь, как кусок пластмассы. Ну, как приятно. Обалдеть, реально антистресс. Супер. Он такой, знаете, как вот есть уплотнители для дверей. И вот на ощупь такая же штука. Прям такая прорезиненная. Класс. Сейчас какой-нибудь такой яркий попробую. Ну, он приятный довольно-таки, знаете. В итоге вот в пакетике остается немножко что-то. Ну, в принципе, можно вывернуть этот пакетик и все вот так вот прилепить. Я думала, знаете, тут будет пластилин прям такой, что... Как обычно. Ну, типа, что-то лепить можно. Тут что-то просто... Вот, кстати, и пакетик все чистенький. Сейчас попробуем оторвать. Хотя нет, слушайте. Нормально рвется. А серый как-то такой, он очень тугой. А этот прям сильно-сильно мягкий. Что вот. Блин, это классно. Супер. Прям такое приятное-приятное. Ну, такой запах какой-то нейтральный. Еще раз все цвета покажу. Мики там лежит. Ты чё смешная? Развалилась. Смотри, что у меня есть. Иди сюда. Мам, а ты завтра... Так, сегодня гольф этот переоденешь, потому что уже он весь грязный. Чукча. Грязный? Да, ну ты намочила и грязный. Иди смотри, что у меня есть. Что это? Такое, это... как Соне подарили. Ты видела, что я Соне подарила? Ну, ты подарила. Это воздушный пластилин. С глаз. Чего? Я могу что-то слепить. Ну вот, давай что-нибудь сейчас откроем. Мам, ты открой, я подумаю, что я буду лепить. Я буду лепить розу. Она, роза была вот такая. А тут вон еще эти. О, ух ты, как у ты Сони. Так мы Соне подарили такой же пластилин. Я забыла. Оранжевое откроем. Я папе покажу. Только вот так вот делаешь, чтобы он с пакетика легко вылез. Его рвать нельзя. Потрогай, какой он классный. Ой, какой он мягкий. И что в пакетике хранила. Он мягкий. Это воздушный пластилин. Как резина. И назад складываешь потом в пакетик. Сейчас самая обалденная погода, супер. Покажи. Смотри. Угу. Ты давай, наверное, этот переоденься или потом уже будешь ложиться спать. Пойдешь мыться и все в стирку. А что еще буду делать? Есть сейчас будешь. Я не хочу мыться. А что еще? Есть. Я знаю. Ну да сначала полепи. Ну иди лепи. Только нужен коврик. Красный там стоит. Пошли там красный. На. Этот? Да, это мой. Это мой. Все, иди лепи. Как жвачка. Вот хочу показать, что она тут налепила. Балерина, понятно? С букетом. Здорово. А что у нее с ногами? Ногами? Она вот так делает. А ты так можешь?
Кошмар. Я так умею. Все, сейчас тебе приготовлю покушать, на. Спасибо. Ну, еще я пока полеплю, а ты... Сейчас будешь кушать. А я пока полеплю. Пока лепи и будешь скоро спать ложиться. Я пока полеплю. Хорошо. Хочу сейчас пожарить 2 яйца. У меня немного пипец как рубит, спать хочется, поэтому сейчас, наверное, я тоже уже пойду укладываться. На улице еще светло так. И сразу после того, как она покушает, будет ложиться спать. Вот, на этом хочу закончить свой день. Спасибо за просмотр и всем пока-пока!